«Еда-тест». Это программа «Еда-тест» и я, Дмитрий Кузеняткин. В интернете существует огромное количество полезных советов, так называемых лайфхаков, которые говорят нам, что если мы их начнем использовать, то наша жизнь станет лучше и проще. А так ли это? Давайте-ка проверим. И даже более того, вас, уважаемый зритель, я попрошу не тратить время и деньги на проверку этих лайфхаков. Этим займусь я, здесь и сейчас, в программе «Еда-тест». Мы начинаем. Говорят, что если разрезать лайм специальным способом, то из него можно выдавить больше сока, и получится это быстрее. Проверим. У меня есть два лайма. Из первого я выдавлю сок, как обычно, а из второго, как это советует лайфхак, рассудит нас секундомер. Уважаемый оператор, попрошу войти в кадр. Весь тест будет снят непрерывно. Вы увидите его без клеек и монтажа. Итак, начнем. Для начала обычный способ. Так, ну, пусть это будет вот этот лайм. Режем пополам. И как-то мы обычно либо дома делаем, либо в ресторане. Просто выдавливаем из него сок. Ну, вот как вот я представил себе, что я пришел в ресторан и на рыбку себе вот полил. Так, и второй, собственно, дольку. Ну, то ли лайм какой-то деревянный. Все-таки хочется из него чуть-чуть сок-то выдавить. Вот так вот. Все, стоп, 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 стоп. Все, 34 секунды. Мне потребовалось для того, чтобы извлечь из лайма вот такое количество сока. А теперь давайте прибегнем к лайфхаку. Берем лайм, режем его с четырех сторон, каждую сторону выдавливаем, а потом вот так вот выкручиваем из него весь сок. Попробуем. Сброс, на старт, внимание, марш. Итак, для начала отрезаем стороны. Вообще, насколько мне известно, лайм безумно полезен для десен. Поэтому можно смело вот такую вот кожуру себе стирать десна. И, между прочим, лайм еще умудряется очистить зубы, отбелить зубы. И четвертое. И затем вот эту штуку мы вот так вот выкручиваем. Ну, сильно стараться не буду, вот как вот оно и так есть, так и есть. Все, все, стоп. 59 секунд, ну практически одна минута мне потребовалось для того, чтобы выжать вот таким вот образом вот такое вот количество сока. Причем у меня мокрые грязные руки. И я хочу обратить внимание на то, что сока примерно одинаковое количество. Поэтому с уверенностью могу сказать, что этот лайфхак не работает.